Привет всем, привет снова от Галинки из Навары. Сегодня 30 августа. Я сегодня, короче, хочу пробовать новый рецепт. Я нашла видео рецепт паста со спаржей и сыр чертоза. Но я спаржу не нашла в магазине, поэтому я купила стручковую фасоль. Я попробую сделать пасту со стручковой фасолью и со спаржей. Сейчас для начала я, короче, отвариваю на пару стручковую фасоль. Вот я ее почистила, помыла, ну, подрезала как это называется, краешки. Помыла и вот отвариваю на пару. Вот этот такой сыр чертоза. Сейчас я его порежу на кусочки. Вот он такой мягкий и очень вкусный. Его даже можно просто намазывать на хлеб и кушать. Ну вот и конечный результат. Почти готовые спагетти я кинула в отварные и потом обжаренную фасоль. И кинула сразу чертозу. Вот она перемешалась. Видите, как получается красиво. Как будто с творогом. Ну вот. Решила сегодня поужинать, все-таки попробовать вот эти спагетти. Не яблоко, а поем чуть-чуть спагетти и поем просто отваренную на пару фасольку. И все. Ну вот. Приятного всем аппетита. Пробуйте.